Лабазанов Зиявдин Лабазанович, ветеран Великой Отечественной войны, скончался 27 июля 2018 года в возрасте 94 лет. Зиявдин Лабазанов воевал на Северокавказском фронте от Майкопа до Ростова. После 3 месяцев кровопролитной войны получил тяжелые ранения в руку. Полгода находился в военном госпитале, поскольку рука не заживала. Дальше продолжить службу он не смог по состоянию здоровья и вернулся домой. Об окончании войны он узнал уже на родине. После войны Зиявдин Лабазанович в родном селе освоил работу плотника и занимался этим ремеслом более 40 лет. На протяжении всего времени вел активный образ жизни, вырастил и воспитал 8 детей. Всегда был окружен заботой и вниманием со стороны большой дружной семьи. Папа, конечно, рассказывает, как он ушел добровольцем на фронт. Воевал на белорусском фронте. Получил ранение. После ранения был отправлен в госпиталь. Хотели ампутировать руку. Он не дал. И хорошо, что не дал. Вылечился. Вернулся. И ему, конечно, очень тяжело вспоминать. Даже то, что ему заслужено было, долгие годы, как ветерану, долгие годы он отказывался, говорил, что его друзья все остались в брянских лесах. Награда, то, что он жив остался, вот это мне ничего не нужно, мол. Но мы рады, что он остался до сих пор с нами. Кроме того, несмотря на последствия того тяжелого военного времени, которое не прошло бесследно, в свой почтенный возраст Зиявдин Лабазанов старался вести активный образ жизни и внес свой весомый вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Был участником различных культурно-массовых мероприятий Хасавюрта, посвященных Дню Победы. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».